Это музыкальное шоу. Привет, дорогие друзья. Немного опоздали, буквально минуты на 4, но это абсолютно не важно, учитывая, что прямо сейчас вы слушаете прямой эфир радиошоу «Миксер» в замечательный день, в отличие от прошлой недели, когда и день был ужасный, и были другие проблемы, которые мы не будем вам раскрывать. Но суть не в этом, а прелесть вся в том, что напротив меня сидят два замечательных человека, музыканты группы «Криптос», самой громкой и брутальной группы «Сарова». Ближе ко мне сидит Евгений и чуть дальше Антон, но дальше не по значимости. Итак, дорогие друзья, поприветствуем наших дорогих гостей. Здравствуйте. Привет, ребята. Здравствуйте. Друзья, пришли к нам не просто так, потому что завтра, 12 апреля, состоится концерт Metal Blast, часть 3. На концерте будут участвовать 3 саровские группы, о которых мы поговорим чуть позже в нашем эфире, и 2 группы гостя. Это Grace Disgraced и Tacit Fury, замечательные коллективы. Чуть позже, буквально через минут 10 или, может быть, 15, мы запустим конкурс, о котором говорили всю неделю и посредством интернета, и посредством наших коротких выходов в эфир, незапланированных и внезапных, как все самые замечательные вещи в жизни. Дорогие друзья, мы вернулись после небольшого анонса апокалипсиса, который состоится 12 апреля, то есть завтра, в субботу, в Доме молодежи. Во сколько, напомните мне, ребята? 6 вечера. 6 вечера. Вроде как детское время для недетской музыки. Итак, не будем откладывать долгий ящик. Во-первых, поскольку я так понимаю, что основными виновниками торжества являетесь вы, или кто вообще? Кому говорить спасибо за то, что не только 3-й по счету металлический концерт пройдет в Сарове, но еще и металлический концерт, на который приедут 2 группы из столицы? Частично мне, как президенту. Частично, почти полностью. Ну, я скромный. Это говорит Евгений Прошоков, председатель или представитель Саровского рок-клуба? Президент. Президент Саровского рок-клуба. А тогда уж сразу вопрос догонку. Как дела в Саровском рок-клубе? Вот в двух словах. Терпимо. Mm-hmm. Вот так. Ну, мы, надеюсь, еще вернемся к этому. Давайте поговорим о концерте. Как трудно или легко было его устроить в 3-й раз по сравнению с первыми 2? И, в общем, что требовалось от тебя и что требовалось вообще от всех людей, заинтересованных в этом событии? Да, 3-й концерт у нас очень трудный. Для меня, точнее, в первую очередь. Потому что приезжают гости из Москвы, а так как город у нас закрытый, нужны пропуска, ну и как более серьезный подход, потому что проходит он в Доме молодежи, я думаю, одна из главных площадок в Сарове. Вот. А до этого у нас проходили концерты, первый Metal Blast прошел в стройке в молодежном центре, второй на частной площадке Филин. Мы не будем давать оценку тем концертам, что были раньше, но чего вы ждете от концерта, который состоится завтра? Чего? То есть это постараемся действительно не давать оценку тому, что было до этого. Я был причем на первом метал-бласте. Мне с одной стороны понравилось, с другой стороны, я говорил в одном из эфиров радиошоу «Миксер», у меня было какое-то, знаете, разрыв шаблона, потому что вроде сидишь, играют металл, а там тусуются люди, им здорово, мне вроде как тоже весело, но сидячие места кругом. А насколько мы знаем, в Доме молодежи сидячих мест не будет. Не будет. То есть люди в полную волю и силу смогут попрыгать, потрепать волосами. Хотя вот я смотрю на вас и понимаю, что тенденция, которая вот наметилась несколько лет назад в металлическом мире, она продолжается, да, то есть волосы становятся все короче. Кому как удобно. Да. Кому как нравится. Mm-hmm. Ну, в общем, чего ждем от концерта завтра? В первую очередь, это, наверное, звука более хорошего, чем до этого был, потому что озвучивать мероприятие будет звукорежиссер, который из Москвы. Mm-hmm. То есть, прям такой нормальный столичный профессионал. Да, да. Не в обиду нашим специалистам. Ну, не в обиду, но да, просто но уровень у нас специалисты, уровень. Они... Ну, для такой музыки, скажем так, не очень подходит. Только сегодня говорили с коллегами об этом, и я тоже говорил, что если проводишь концерт, где играют музыку, основной составляющей которой является не только посыл и энергетика душевная, психологическая, но еще и звук, то, конечно, именно качество звука играет огромную роль.
Совершенно верно. Потому что далеко не уедешь только на том, что вот у тебя горящее сердце, да, и ты хочешь поведать людям о чем. Вот, кстати, тут же родился у меня новый вопрос. Я слушал ваши песни. Я видел названия этих песен. Я не буду хвалиться, но я знаю английский язык. В двух словах. Группа Криптус. Не будем говорить за группу Гриндербонг, за группу Морфеус, хотя тоже можно представить, о чем, скажем, там могут петь русском. Эти люди. Да, ну, на русском, но не все понятно людям неискушенным. Но все-таки, вот группа Криптус, о чем? О чем песни? Песен, да? Да, о чем песни? Ну, допустим, вот песня United in Darkness. Песня United in Darkness, да. Ну, текст довольно там специфический на любителя. Понимаете. Mm-hmm. Так, это песня про, ну, объединенной тьмой она называется. Mm-hmm. Некоторые с таким фантастическим сюжетом. А тексты писал, кстати говоря, наш друг, вот, в частности, к этой песне. Также она является объединенной тьмой, это как бы вот весь андеграунд, mm-hmm. который mm-hmm. слушает. То есть это песня-манифест, можно ее так назвать? Ну, я бы не сказал. Даже, но... Кто-то даже сказал, что это песня-гимн. Песня-гимн. Yeah. Не хватает песен-гимнов, кстати, в современной рок-культуре, металлической в частности, это личное мое мнение. Но вернемся к концерту. И о творчестве и стороне металлической жизни творчества поговорим чуть позже. Я надеюсь, у нас хватит на это время. Концерт. Вот когда только вы решили, что все. Как искали контакты с группами? То есть как вы вообще выбирали, какие группы приедут? И была ли возможность пригласить не две, а... три, скажем, заезжие группы? Вначале мы наткнулись на клип группы Taste Fury. Вроде нам понравился, решили позвать их. Вот. А когда... Мы в Москве вместе. Да, когда мы выступили в Москве, узнали про группу Grace Disgrace и решили еще до кучи их. Ну как? Возможность была, и решили две, это еще лучше. Вот мы вспомнили о группах и гостях Tested Fury и Grace Disgrace. Я хочу признаться, что испытываю небольшое сомнение о том, сможем ли мы не проболтаться и случайно не выдать ту информацию, которую хотим использовать в качестве вопроса в нашем предстоящем, так сказать, конкурсе, в нашей борьбе за... Главный, единственный приз – два билета, бесплатных билета на проход на концерт Metal Blast. Как вы думаете, пришло время назначить вопрос, чтобы все-таки люди Конечно. Попытались счастье? Запускаем. Потому что, сами знаете, как бывает. Вот начнем мы говорить о том, какие замечательные группы, Tested Fury, Grace Disgrace, ля-ля-ля, и тут, нет, дай проскочит что-нибудь, да, о чем мы бы хотели спросить, но чтобы на это ответили, соответственно, наши радиослушатели. А поэтому, дорогие друзья, сейчас... Настал тот момент, когда нужно уже взять в руки трубку телефона, неважно какого, сотового или стационарного домашнего, приготовить пальцы и ответить на вопрос, но ответить в, наверное, нестандартном ключе. Во-первых, объясню небольшие правила. Они очень короткие, их совсем немного. Правило такое, у нас работают два телефона, и механизм уже запущен. Первый телефон – это 3-14-20. Второй телефон – это 3-14-21. И один единственный, в принципе, простой вопрос для человека, который находится в теме, или, может, для какого-нибудь везунчика, который сегодня вот нас услышал и подумал, черт возьми, хочу сходить на концерт бесплатно. Хотя цена, в принципе, не такая уж и большая, да? То есть любой настоящий metalhead может себе это позволить. Дорогие друзья, это радиошоу «Миксер». Только что вот прозвучало и... все еще звучит, наверное, песня группы Grace Disgrace. Я, к сожалению, затрудняюсь произнести это название, но название очень известное, историческое и говорящее. Нет, не буду пробовать, потому что только сегодня я по телевизору видел то место, о котором написана эта песня, про Великую Отечественную войну, mm-hmm. что говорит что, о том, что группа Grace Disgrace – это патриоты своей страны и, в общем, знают историю. Хотя текст песни я не читал. Но мы не будем о тексте песни, мы поговорим о конкурсе, который стремительно начался и также стремительно закончился. Победил человек, номер телефона которого заканчивается на 538, и мы этому человеку позвоним и попытаемся поговорить с ним в прямом эфире, если он
отважится ответить на наш звонок, и это будет очень интересно, надеюсь. А пока мы поговорим с нашими гостями, это Евгений и Антон из группы Криптос. Итак, мы поговорили о том, что концерт было сделать вроде как бы нелегко, но в принципе не так уж и трудно, или все-таки я ошибаюсь? Потому что, по-моему, очень лихо. Вот буквально только недавно был второй концерт, и тут бас уже третий. И третий, причем с двумя группами. Ну, для вас может быть и лихо, но все-таки вот это все ожидание волнительное. То есть все упиралось, дадут ли пропуска или нет. Вот это... То есть мы не знаем эту кухню. Да, буквально до последнего, вот буквально вчера только стало известно, что все участники могут спокойно пересечь колючку и приехать в Саров. А этим группам было интересно? Вот то, что они приезжают не просто в какой-то провинциальный город, не в Арзамас, куда, кстати, частенько приезжают группы, и, насколько я знаю, не только из нашей страны, из нашего города. Да. Там... А это все-таки ядерный центр, это Саров, город, в котором построили бомбу и, наверное, обеспечили мир во всем мире, потому что восстановили баланс атомного оружия. Им да, конечно, ребятам интересно в закрытом городе. Хотя, насколько я помню, ты из Тюрио уже были, то ли в Снежинске, то ли еще где-то. Что-то такое они мне говорили. А, хорошо, по поводу, давайте уж групп теперь поговорим. Tacit Fury и Grace Disgrace. Давайте в двух словах. Вот начнем с Grace Disgrace, поскольку это группа, ну, в которой у микрофона стоит девушка, весьма хрупкая девушка, я видел ВКонтакте. Что это за ребята? Молодые, давно ли играют и... Как, насколько мне известно, играют они уже порядка 10 лет. То есть, в принципе, уже... То есть, это стаж? Да. И альбом у них вышел не так давно, дебютный. Вот. Так что развиваются. Ну, что можно сказать? Вот по ощущениям на концерте, то видно, что эти люди профессионалы своего дела. Ну, кстати, по записям тоже можно сказать, что по качеству записей, что у ребят дела идут очень хорошо. Кстати, у группы Криптос записи тоже очень хорошие. Спасибо. Я небольшой профессионал записей, потому что я все-таки из тех людей, кто слушает музыку, а не докапывается и не говорит там слишком много высоких или ой, как гремят тарелки. Но все-таки, если брать образцы жанра, то звук и у вас тоже на высоте. Группа Tacit Fury. Полностью состоящая из брутальных мужиков, насколько я понимаю. Ну, можно так сказать. Или все-таки это молодые люди? А, в этом плане? Да, да. Молодые люди скорее. А давно ли играют? И что у них за плечами уже вот к 2014 году и к концерту в ядерном центре России? Насколько я знаю, у них раньше совсем иного жанра была музыка. То есть это какой-то там симфы, блэк или как, не помню. Что-то с Думом помню. Да, и Дум. Вот. И буквально не так давно они пересмотрели свой. Теперь играют такой достаточно олдскульный дэт-трэш. Хорошо, давайте тогда продолжим дальше по списку. О группе Криптос поговорили. Ну, поговорим еще немного, чуть позже вернемся. О группах Grace Disgrace и Tacit Fury тоже. И, кстати, забегая недалеко вперед, я думаю, что... Во время концерта мы умудримся с Александром взять небольшое интервью у участников концерта Metal Blast с помощью участников группы Криптос, разумеется, и выложим это все в интернет, если у нас получится. Интервью будут записаны на видео, и это, я уже скажу, для радио-шоу «Миксер» очередной шаг. Маленький шаг и огромный прыжок, почти как шаги по Луне. Группа Grinderbong. Я видел на Metal Blast 1 группу Grinderbong. Я тогда еще подумал, какое странное название Grinderbong, что оно вообще может значить. Я послушал музыку, скажу честно, не все до конца понял, и не понял до конца даже, что же именно они играют. Вот расскажите про группу Grinderbong. Что это за ребята? Что за музыка? Потому что грохот стоял такой, что здорово, конечно, я по людям на... возле площадки видел то, что им нравится, то, что они слышат. И, наверное, мне бы понравилось тоже, но... Насколько я помню, группа выступала первой, да, самой? И выступать первой на концерте – это всегда не круто, потому что звук не отстроен. Они у нас открывают портал. Они открывают портал. Открывают портал, их первых туда засасывает, да? Что за ребята? У них, я насколько помню, такой колоритный вокалист, тоже
такой аккуратный парень в очках, прям как я. Юноша. Юноша, ну, да. И, да, и такие вещи делает на сцене. Что, кто они? Что творит, да? Да, что творит. Кто это такие? Расскажите о них. Давай, рассказывай. Группа, ну, они, насколько я знаю, репетируют на товарной базе уже. Ну, давно они. Перед тем, как выступили, год-два, наверное. Товарная база – это одно из, в принципе, наверное, немногих мест, где могут репетировать музыканты саровские, да? Да. Ну, вот, а стилистически у них, ну, много стилей, на самом деле, намешано. Ну, в основном, вот, грайндкор, скорее, можно туда отнести это все. То есть, тоже музыка довольно брутальная? Да. Брутальная, да. И... Ну, она на стыке металл, как бы, хардкор уже, панка. А группа Morpheus. Название, наверное, до боли знакомое всем поклонникам трилогии «Матрица», но что-то мне подсказывает, что группа Morpheus, наверное, все-таки не являются большими фанатами фильмов братьев Вачовски. Morpheus – это древнегреческий бог сновидения. Я очень надеюсь, также что... Также они ассоциируются с богом смерти. Потому что сон – это маленькая смерть, как мы знаем. Ну да. А вот группа Morpheus. Образована она была даже в 2003-м, наверное. Году. Конечно, там играли тогда еще, выступали, мы молодые были, помоложе. Потом на некоторое время она распалась, ну не распадалась, а так заморозилась, можно сказать. И, ну, развития не было никакого. Сейчас вот снова собрались год назад. Стали играть, вспоминать старую программу. Группа Morpheus из самых, из относительно заметных групп, потому что их можно видеть на концерте, единственная группа в городе, которая исполняет музыку в жанре симфонического черного металла. Симфо Black Metal. Да. Неужели нет больше никого? И, судя по всему, вот как раз и вернемся к всем металлическим взрывам. Я позволю себе дословно перевести название фестиваля. Взрыв, это, конечно, здорово, но получается, что мало начинки у металлических концертов в нашем городе. В чем проблема? Групп нет, группы не умеют играть, или группа боятся выйти из своих гаражей и подвалов, или где можно репетировать, кроме товарной базы, допустим, да? То есть, почему? С одной стороны, хорошо, что, допустим, все три саровские группы представляют абсолютно разные металлические направления, причем экстремального металла, который... Не знаю, переживает ли или не переживает сейчас не самые лучшие времена, но, наверное, все-таки пик популярности брутального металла относительно все-таки уже далеко остался в конце 80-х и начале 90-х. Ну, да, когда, любой парень хотел отпускать волосы и мочить. Ну, настоящие фанаты, они всегда останутся. Ну вот, тем не менее, я говорю, Криптус, Гриндербонг и Морфис, все играют разную музыку, а другие коллективы есть, и вообще есть надежда, что вот эта вот тусовка металлическая в городе Саров, в принципе, в городе, который благодаря своей атомной и атомному и ядерному прошлому, да, заслуживает настоящих брутальных команд. Есть вообще надежда, что появится кто-нибудь? Да, надежда всегда есть, но... Что-то вот не появляется. Не появляется. А вот, допустим, не будем говорить за другие группы, вернемся к группе Криптус. Движущая сила для группы Криптус. В чем заключается? То есть, вот почему вы однажды собрались, встретились и подумали, блин, давайте делать брутальный дэт и делать его круто, и будем давайте петь по-английски. Кстати, клуб Руизака тоже, думаю, можно вернуться и поговорить. Давайте петь его по-английски, давайте рычать и пилить, барабанить и так далее. Ну, почему? Во-первых, нам это очень нравится всем в первую очередь. А истоки? Идеологические отцы группы Криптус. Можете озвучить, кто это? Кто те заграничные дядьки с длинными волосами, кто вот вдохновил вас создать группу Криптус? Группа «Источники вдохновения»? Да. Ну, вот для меня, в частности, это всегда, наверное, был Slayer. Когда я вот сочиняю музыку. Это моя самая любимая группа уже много лет. Считаю их отцами, можно сказать. Slayer, там, причем не самый брутальный. Себя, да. А что еще? Ну, также шведский death metal сильно повлиял. Такие группы, как Entombed, Dismember, Bloodbath. Мы говорили с вами до эфира, я жаловался о том, что
не удалось нам разыграть билеты на той неделе, и в качестве вопроса мы использовали, в принципе, ну, нехитрую загадку. Предлагали людям отгадать по отрывку из песни, чьему же перу она принадлежала. И выбор был тоже весьма очевидный и простой. Это либо группа «Каркас», либо группа «Morbid Angel». Вот, в принципе, обе эти группы являются тоже хрестоматийными культовыми. Вам они как? Нравятся вы, знакомы с их творчеством, или считаете их уже слишком... Естественно, это бесспорно, это классика жанра. И она вот, они задали, эти группы, как бы стандарт исполнения такой музыки. Вот Morbid Angel на американской сцене. Некоторые считают ее вообще самой гениальной группой, которая в дэт-метале была. Когда вы начали писать собственные песни, трудно было найти вот этот баланс сохранить между не попыткой подражания, потому что все-таки подражать это нехорошо, а вот не скатиться в действительно в подражание, в копирование, да, но делать именно музыку этого жанра, потому что все-таки стиль обязывает, и очень трудно. А действительно что-то вот не скопировать, даже не желая того. А трудно, а иногда получается, что копируешь, меня слушаю. Я за этим слежу. Пристально. Но Антон у нас в едином лице у нас сочиняет музыку. Ну, бывает, моменты проскальзывают. Да, поэтому... Которые явно уже были. Мы их выбрасываем, естественно. Вырезаем. Песни рождаются легко? Да нет, я бы не сказал, что легко. Вот когда вдохновение есть, а так и просто. Касательно самих песен и языка исполнения, насколько я понимаю, у группы Криптус все песни на английском языке. Все на английском, да. Я скажу за себя, и, если позволите, выражу свое мнение, тоже воспитан на музыке больше именно западной. И я глубоко убежден, что уж тем более такой музыку, как брутальный металл, очень трудно исполнять по-русски. Не потому, что русский язык плохой, он отличный, он, наверное, самый крутой язык в мире, но для брутального металла, наверное, все-таки подходит английский. Почему выбрали этот язык? Он для вас именно инструмент или дань жанру? Или, ну, дань вот уважения тем группам, которые пели на этом языке? То есть, почему английский? Или он действительно так круто ложится и по-английски, ну, да, лучше наверное, рычать? Он ложится на такую музыку лучше. С русскими текстами вот не вяжется. Не очень много групп, которые действительно это умеют делать. Мне кажется, что тут определенно тоже талант нужен, чтобы по-русски. Да и вообще не только русским, а любым другим. То есть основной процент – это англоязычное исполнение. Я вот тут позволю, не знаю, выразить свое мнение, и вы со мной согласитесь, или, может, мы даже обсудим. Но темы, которые обсуждаются в песнях в жанре брутального металла, они специфические, мягко говоря, да? Я думаю, что сейчас подавляющая часть наших радиослушателей понимает, о чем мы говорим, а те люди, кто не догадывается и не понимает, наверное, им везет, потому что темы иногда затрагиваются очень болезненные для человеческой психики. И если представить, почитать текст песни, скажем, на английском языке, потом постараться написать что-то подобное по-русски, не кажется ли вам, что по-русски это может звучать смешно или фальшиво? Да, это... Я думаю, что это будет смешно все-таки. В первую очередь. Ну, как-то... Не знаю, с другой стороны, вот есть группа вот «Тлеющий разум», да, старый, который в наш город тоже приезжал. Вот они поют по-русски исключительно, но тоже у них дэт-метал. Вот у них, как ни странно, это получается, действительно. То есть группа все-таки оседлала именно свою, так сказать, лошадь, лошадку, да, и им них... получается на ней скакать очень здорово. У них есть один жирный минус. Они очень большие фанаты группы Cannibal Corpse, соответственно, у них вся музыка очень похожа на музыку этой группы. Вернемся к музыке, к технической составляющей музыки, если позволите. Брутальный металл. Любой экстремальный металл, как известно, это музыка, которая должна звучать плотно, жирно и круто. Откройте секрет, как вы добиваетесь такого звука, и, может быть, если вы, судя по всему, вы так и делаете, играете в пониженном строе, то да. Что же это за строй такой? Это Си, то есть на 2,5 тона ниже для гитары, вот, чем нормально. Нормальный строй это в Ми, а тут, соответственно, ниже на 2,5 тона. То есть стандартная Си?
Не без знаю. Дропов? Да. Дропы не используются никогда? Нет, дроп нет. Для олдскула дроп не годится. Угу. А вот скажите, сейчас 21 век, 14 год, товаров полно, гитары можно заказывать и всю оснастку к гитарам, не выходя из дома. Представьте, если бы вы собрались делать брутальный металл в начале 90-х в нашей стране, насколько это было бы сложно и получилось ли бы что-нибудь? Потому что, допустим, если уж мы заговорили о строе гитарном, где бы группа Криптус искала струны для этого строя? Ну, бесспорно, конечно. Да. Вот тогда, в 90-х годах, с этим были большие трудности. Вот, играли на Уралах. Угу. Да. Вот у нас была группа Некросис, знаете, наверное, mm-hmm. такую, да? Такого вот гитарист рассказывал, как сложно ему было инструмент в свое время доставать. Начинали они там то ли в 92-м, то ли в 93-м году. Даже ничего не было даже.